Здорово! Ну что ж, мы продолжаем с тобой проходить Человека-паука. Человека-паука. Окей, кошка. Настрить немножко. Ой, да молодца, молодца. Эй, подмогу сюда! С радостью. Пусть только сунутся к нам. Это да. Как же тут много охраны. Будет нелегко. Я думаю, снайперов сначала грохнуть. Их нужно разделить. Что-нибудь, прикройте! Отлично. Ты нравишься мне таким, паучок. Секунду. Чё ты, блядь? Иду. Отлично. Идем дальше. Мужчина за работой. Прекрасно. Разделить, да их надо. А вот этот. Лови. Там кто-то есть. Осталось примерно 9. Как жизни. Нельзя облажаться. Эй, а ну все сюда! Ты что, красуешься? Угу, выебываюсь. Думаю, я смогу разделить их. Доброй ночи. Неплохо. Мы хорошая команда, да? Эй, давайте сюда. Мне нужна помощь. Я помогу. Люблю такое. Не знаю, мне вообще не нравится. Я займусь. Осталось немного. А этот? Двое их и двое нас. Окей. Что там еще 2, да, осталось? Хранилище может быть где угодно. Проверь грузовые контейнеры, а я посмотрю он в том здании. Фелиция! Что? Пошла нахуй. Жаль, что Кувалда так поступил. Ну что ж, скоро он узнает, что разозлив кошку, получишь когтями. Проверю эти грузовые контейнеры. Просто груда коробок. Продолжу искать. Стройматериалы. Мальчика нет. Пианино? Это неожиданно. Но ребенка нет. Двинусь дальше. Он должен быть в одном из контейнеров. Соболь Интернешнл? Это еще что такое? О! Соболь поставляет Кувалде оружие? Интересно, что еще у него есть. Ха!
одним вопросом меньше. Человек-паук, стреляй! Воу-воу-воу. Громилы кувалды и оружие Соболя. Вот такого я точно не просил. Ой-ой. Ты где? На. Ёбаный. Еще один БТР Соболя. Откуда только берутся? Вперед! Мы закончили. Милиция, ты цела? Где там еще там где-то кто-то? Бля! Ёп! БТР, гранатометы, пулеметы! Вы хоть что-нибудь Соболю оставили? Чуть не задело. А вы точно умеете пользоваться этим оружием? Все, все, я верю. Ёбаный ты в рот. Ебать. Обосраться. Блять, он эту хуйню сразу рвет, да? Ну на тебя с шокером. Блять, она на него не действует так. Готово. Завтра все будет болеть. Ладно, пора найти Фелицию. Она сказала, что отправится в это здание. Фелиция! Хранилище. Фелиция! Нет, 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 ты что, серьезно? Не говори мне, что ты меня дурила! Прости, милый. Без тебя такой куш было не сорвать. Все это из-за флешки кувалды! Все
все богатство Маджии у меня в руках. Ты отдала Кувалде поддельные флешки? Он на меня рассердится, да? Так, похищение и твой сын, это все было вранье? Вранье — сильное слово. Давай скажем заблуждение. Поступи по совести. Козлина. Отнеси флешки в полицию. Это мой заработок. Кувалда серьезно настроен, и его ничто не остановит. Вообще-то, я его даже притормозила. Тут всех перебили! В хранилище! Мне пора. Я выпью за тебя на Ривьере. Фелиция! Что ты нахуй? Босс, мы тут. Флешки нет. Новый план. На этой флешке есть жучок. Найдите ее и убейте. А если она сунется в свое гнездышко, то у меня там наготове отряд, который взорвет ее к чертям. А как же флешки? Да плевать на флешки. Главное, прикончите ее. Понял, мы ее найдем. Если во флешке есть жучок, то у Фелиции проблемы. Нужно ей позвонить. Соскучился? Кувалда знает, где ты, ага. Собирается тебя убить. Так что готов ебалище расхуячить. Не понимаю я тебя. Я обвела тебя вокруг пальца, как сопляка, а ты пытаешься меня спасти. Как у тебя выходит всегда быть таким добрым? Дело не в доброте. Я просто пытаюсь сделать то, что правильно. Ты такая способная. Попробуй помочь кому-то, кроме самой себя. Ну да. Ты уже должен бы знать, что это не мой стиль. Люди меняются, Фелиция. Целую, паучок. Я буду скучать. Стой, твой пентхаус, они его заминировали! Не волнуйся. У меня все 9 жизней в запасе. Черт! Держись, Фелиция. Я скоро. Я скоро. Ебалом такой, чисто об крышу уебался. Давай! Да даю, хули ты. Держись, Фелиция. Фелиция! Она ж типа не погибла. Ого. А тело так и не нашли? Нет. Думаешь, она жива? Не знаю, ну, все возможно, да, но... Ну, и каково тебе не быть папой? Нет, серьезно. Честно, это... Это облегчение. Ну, у меня и так полно проблем. Да уж. Но отец из тебя выйдет отличный, по-моему. Когда-нибудь. Думаю, да. Так, поздравляем за расширение компании ограбления. Причем продолжается следующей компании «Войны банд». Костюм UK-паук. Так, 100%. Город, который никогда не спит. А костюмы. Что тут у нас за костюм? Вот это, да? Ну, ёбище.
Не знаю, не нравится. Ладно, так, что у нас получается? А, знаете что, я хочу найти это. Здесь проканает, здесь кладбище, вот здесь кладбище у нас. А, посетить могилу дяди Бена. Ну, типа... ачивку, чтобы получить. Воу-воу, лаги-то какие. Поищем. Это у тебя ботинки или типа носки с подушкой? Это типа не твоего модела. Ты не можешь быть настоящим человеком пауком. Я чуть не купился. Так, где же здесь у нас могила, интересно. Но она должна выглядеть как-нибудь по-особому, по-любому. Типа не просто так. Угу. Да блять, а где? Где же, интересно? Ух ты, уличные артисты, все лучше и лучше. Это почти он же по-любому должен быть в костюме. Ой, в костюме, блядь. Рядом тетя Мэй должна быть.
цветы, значит, должны быть какие-то. А, вот они, нашел. Эй, дядя Бен, я скучаю. Стараюсь, чтобы ты мной гордился. Вот, ачивку дали. Так, ну все, на этом просто пройдено это дополнение. И поэтому все, давай счастливо.